Висотто будет рисковать, похоже. Ну, не в полную рискнул. Пантелеймонов, не удается ему сразу забить. Но вот вся надежда на блок. Нет, увы. Козийского просто в пятой партии все получается. Да, разочек ошибся, но там была по передаче его проблема, а не в его атаке. И сейчас очень важное очко. 3 матчбола у итальянской команды.